Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stig War Legacy. Так, у нас 4 новых миссии. Давай посмотрим. Может быть, все пройдем. Конечно, мне хотелось бы пройти их на самой высокой сложности, но не всегда это получается. Так, ага. 399-е, 400-е. Ну что, начнем. Против... Кого там против... 15 очков нам дают. Ну, друзья мои, в первую очередь я улучшаю, как всегда, наших работяг. Потом улучшаю наших мечников. Вот лучников стоит ли мне? Или же лучше... Блин, я даже не знаю, ребят. Стоит ли мне в лучников вкладываться? Я, наверное, все... Давай в капитона. Немножечко вложимся в капитона. Так, ну что, уничтожить статую врага. Угу, начинается сразу же, да? Так, у меня сколько работяг? Раз, два, 5 работяг как минимум нужно для начала. Еле-еле идет, еле он ползет. Так, я смотрю тут. Ага, уже выполз копейщик. Мне кажется, что не слишком быстро как-то. Так, если у них вышел копейщик, что нам делать? Нам надо мечников, ребят, качать тогда. О, ёк-макарёк. Друзья, у них хилка. У них будет хилка. Это фигово. Так, давай, наверное, я еще одного. Блин, а если они пойдут с хилкой? Что получается? Лучника нам надо, наверное, готовить или как? Ну, давай я тоже одного копейщика все-таки сделаю. Одного копейщика, еще мечник. И, наверное, нам понадобится здесь лучник. Хотя я не уверен в этом. Можно попробовать... Я знаешь, что сейчас сделаю? Так, нас трое здесь. Получается, да? Трое. Плюс копьетон. Стоит ли мне... Еще одна хилка у них, ребята. Ну, это, конечно, мерзость. Так. Тогда мне придется делать копейщиков. Блин. Ну и лучники тоже нам понадобятся. Почему, ребята, нам понадобятся лучники? Для того, чтобы гасить по возможности вот этих хилок. Но я не уверен, что... Блин, они же сейчас еще такие крепкие будут. Уровень сложности у нас стоит невозможный. А что у нас есть по этим? А нифига тут хорошего нету. Нифигашечки тут у нас хорошего нету. Они уже побежали, друзья. Они уже побежали на меня. Ну что ж, давай тогда в ответку. Но ты посмотри. Нам нужно валить хилок. Пипец, ты посмотри, как они себя захиливают. Они просто себе захиливают быстрее, чем мы наносим урон. Вы серьезно, блин? Так, друзья мои, мы порвали этих. А у него еще идут хилки. А у него еще идут хилки, прикинь. У меня сколько лучников-то там? Мало лучников, надо больше лукарей. Получается. Я не ожидал, если честно, что от лучников здесь будет офигенный профит. Сразу же побежала мразь, а? Красавчики вы мои, все-таки добили ее, умнички. Слушай, ну я тебе скажу, что капитоны здесь стояли на уровне. Просто, ребята, на уровне. Я думал, что их быстро тут разберут, но нет, они красавцы, выстояли. Наверное, нам надо еще парочку заказать. А он уже опять эту армию себе склепал. Сделал, короче. А если мы выберем
Ну, маг — это фигня, ребят. Так, ну вот если, например, на них напасть сейчас, как ты вот думаешь, это хорошая идея? А давай проверим. Просто, ребят, хочу посмотреть, что у нас получится. Трусы паршивые. Вот трусы помойные, ребята. Они просто, они сматываются. Фу на них. Тогда нам надо мечников делать. Мы с тобой делаем мечников как основную нашу армию, которая будет разбирать, естественно, эту статую паршивую. У него уже вторая вышла хилка. Он сейчас так и будет убегать. Он будет убегать, ребят. Он будет постоянно убегать, трус паршивый. Я не знаю, ребята, может быть, все-таки вот просто взять и бомбануть их. Давай попробуем их бомбануть. Ну, я имею в виду к тому, что уже окончательно. Так, вот идет основная, ребята, армия. Выползли, короче, да? Ты посмотри, сколько хилов у них! Ты только полюбуйся. Ну тут, ребята, ну я не знаю. Я могу тебе сказать одно, что это огромнейшая несправедливость, ребят. Столько лекарей, извини меня, предоставить. Блин, они посмотри, они вон, они просто успевают захилять. А мои даже этих работяг не будут бомбануть. Да уж. Нет, мы наносим потихоньку урон. На, копьем в спину, нормально. Слушай, по-моему, мы... Воу, да мы выиграли еще. Друзья мои, это великолепно было. Я не ожидал, но мы выиграли с вами. Ну что, едем дальше? Так. Переходим на 400-ю миссию. Уровень сложности по-прежнему невозможно. Сколько? 43? Это что за трэш такой здесь будет, ребята? Что нам дают такую топовую прокачку? Это будет, наверное, жестко. Ты посмотри. Мне дают практически абсолютно все прокачать. Все до единого. Так, 100% качек, плюс 100% к очкам жизни за уровень, плюс 2 золота в секунду. Прикинь, полностью, ребята, полностью прокачано все. Я не знаю, чем тут у нас все это будет грозить. Чего там? Оу. Что-то здесь будет нечистое, ребята. Так, на меня бегут армии. Очень интересно на это посмотреть сейчас будет все. Так, в атаку нам надо идти, ребят. Я не хочу, чтобы они здесь... Стоим. Оу. Там уже лучники, друзья мои. Да какое, блин, не надо было мне никого здесь брать под контроль. Давай дальше тогда пробивать. Так, капитонов делаем. А хилы даже ничего не делают, ребят.
Фига там, кто это еще такой? Что за... Так, ну намечники тоже по-любому нужны будут. Вот здесь вот мы и будем стоять. Фига у меня там лукарей сколько. Так, мечники, да? Нам нужны будут мечники. Так, еще как... Что-то мне, пойму, что-то мне там дают, все дают. Но я так понимаю, сейчас еще будет волна. Вот они, ребята, уже лесные чудики на нас напали. Так, мы их разорвали здесь. Я тоже, ребята, пару великанов решил здесь по... Ох, сейчас начнется. Вот сейчас будет здесь. Давай, 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 лукари. Ну, это, конечно, уже, это уже перебор. Они армию послали под великана, ребят. Фигово так. А где мои великаны? Идут. Слушай, тогда надо здесь брать и магов. Тогда мы возьмем с тобой еще и магов. Ох, ё-мой, смотри. Смотри, что происходит. Давай, 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 родные мои, валим. Так, минус великан. А он там один был? Он был один. Так, у них тут копейщик, смотри, какой жук. Непробиваемый. Я, ребята, еще заказал одного великана. Маг здесь именно хорош тем, что, ребята, он пробивает броню. Просто мы пока с тобой там с этим возюкались. Там прибежали еще. Поэтому маги здесь нужны. Маги здесь нужны, ребята. Я взял, я заказал еще. Они еще, то, что у них массовая атака, ребята. Вот они бомбят, смотри. Вон, видел взрывы? Они отлетают, еще оглушаются. Все великолепно. Еще один великан идет. Подползает у нас здесь в тихушку. Так, ну и про мечников не забываем, ребят. Про мечников и еще лучников. Ну, то, что я хотел, ребята, то практически и получается. Вот мы их бомбим. Они там отлетают, оглушенные. Моих тут, конечно, тоже кромсают. Мама, не горюй. И самое главное, не дают даже передышку. Что там? Что там такое? Барон какой-то. Blood Blades. Какой-то кровавый барон должен выйти. А, вон он, вижу я его. Вон он, с мечом. Так, она отхиливает моих лучников. Кровавому барону крышка, ребята, приснилась. Все. Просто хилы не успевают, ребята, захилять их. Просто не успевают их захилять. Так, что-то еще. Так, у нас, ну, золото есть пока, ребят. Пока золота хватает. А, теперь армия зомби. Значит, здесь будет главный. Это на зомбаре, наверное, чувак этот. Ходунок, или как его там звать. Еще великана, ребята, позову. Жалко, что мы не можем хилок с тобой вот делать. Вот это да. Давай еще, наверное, мага одного. И пару лучников. Там ползут их просто. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну нифига там, ты посмотри, какая мясорубка. Там эти служители лезут. Блин, у нас ядовитые.
Ё-моё, у меня же даже, ребята, аж зафризило все, прикинь. Это от объема, что ли? А вот и вот, я так и думал, ребята, что кейтридер пойдет. Ты посмотри, сколько здесь этих прислужников. Они даже просто, не просто туда не влазят. Ё-моё, тут не надо мне никакой контроль. Я великан, ребят, заказываю. Жесть. Просто там такое мясо, что, я тебе говорю, даже игра вон начинает. Еле-еле. Здесь еще нормально, как только туда заходишь, в эту. Там жесть такая. Мы завалили, друзья мои. Мы победили всех. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я рано радовался, по ходу дела, да? Но ты знаешь, то, что они нам дали топовую прокачку, это вообще нам дает, ребята, офигенный бонус. Блин, офигеть-то, смотри. От мала до велика. Так, а маги-то чего у меня отступают? Почему они отступают? Вперед. Блин, великанов, ребята, разбирают. Блин, великанов разбирают. Они еще и отравлены у меня. А эти что-то бесконечно, смотри, бесконечно идут. Нам нельзя с тобой здесь проиграть. Пипец. Просто смотри. Оу, щет. Всех великанов, прикинь, завалили. А как? Хилы, не лезьте, пожалуйста, туда. Я вас умоляю. У нас гол, золото кончилось, ребят. У нас золото кончилось, оказывается. Куда вы пошли-то, дурачки? Чего? Чего? Ты видел? А все, ребята, это нереально. Это нереально. Он сейчас... Он сейчас с двух ударов разнесет мне башню. Ну, с трех. По 600 наносит урона. Ребят, это полная фигня. Это полная чушь. Мы даже ничего не успеваем сделать здесь. Просто мои отлетают и все, ребят. Извините, я умываю руки, ребят. Это что за бред? Нет, не надо мне никакое начало. Выйди отсюда. Возьмем полегче немножко уровень. Это невозможно, ребята. Просто невозможно, невозможно пройти. Я бы его просто не забомбил. Вообще никак бы. Офигеть, зачем так делать, а? Давать босса, которого нельзя победить. Ты прикинь, моя армия вся слегла. Он с одного удара убивает всех моих лучников. Он с двух ударов убивает любого рыцаря. Они даже не успевают к нему подойти. Он просто их всех разбрасывает, расшвыривает. Так что, ребятушки, там
Уровень сложности невозможный. Действительно невозможный. Здесь попробуем, да. Так, ну что, для начала возьмем, как обычно. А, нет, здесь мы возьмем с тобой капитонов и лучников, да, насколько я помню. И пойдем с тобой в атаку. Будем их брать на опережение. Мы пройдем этот с тобой уровень. Но не с такой, конечно, борзотой, как они там сделали нам. Офигеть, блин, выслали против нас, блин, босса, которого нельзя победить. Молодцы, красавчики. Гении просто. Так, что нам здесь сделать? Нам нужны будут здесь маги. Нам здесь нужны будут маги. Так. Ладно, купим пока золото. Великан тоже нужен будет обязательно. И не один, ребята, великан. Штуки 3-4. Так, рубашим их. Замечательно. Так, я... Сколько там идет у меня, по идее? Раз, два, три, четыре. Четыре великана. Вон, у них тоже уже, ребята, вышли великаны. Разобрали. Копейщик ничего просто не успел сделать. Его в решето превратили. Просто превратили в решето. Так, ну что, великан есть. Теперь дело за малым. Еще нужны нам будут маги. Магов, наверное... О, здоровые эти пришли, да? Так, а после них, насколько я помню, должны пойти мертвецы, да? Должны пойти мертвецы. Так, еще одного мага готовлю. У нас тут будет целая армия, блин. Так, и... Ага. Вот так вот сделаю. Ну и мечников доберем на остаток. Ну и отлично. Блин, мы так долго с этим... С копейщиком разбирались. Ну потому что он, ребята, заходит за экран, все, мои сразу перестают почему-то по нему бить. Так, это у них тут лорд этот, кровавый лорд появится сейчас. Внизу с щитами прикрывается. От кого они там прикрываются только? Вроде никого нет, он прикрывает. Так, индейцы. А после них уже пойдут вот эти вот самые последние, ребят. Я смотрю, мои хилки даже успевают здесь, ребят, отхилять всех. Прикинь, вся армия практически целенькая. А вот и последний. А, сейчас этот. Таксифилиты какие-то пойдут. Таксифилиты.
Он вышел этот главный. Ну его, мы его тут вообще быстро расписали. Так, и вот после этого уже пойдут undead. Нежить это. Так, последний раз нам дают голду. У нас там 9 тысяч с лишним уже денег. Ну, вот смотри, мы с этими копеечками с тобой как... О, нежить пошла. Просто всех в никуда. Или только встают. Вот так же, ребята, и великаны их не делает. Опа, 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 нежить. Прыгунки эти выползли. Мы их тоже быстро расписали. Ну давай, давай, бомбим их. Вон уже ползут там, еле полудохлики. Да ну, у них шансов нету здесь. Сейчас пойду с этими, с булавами, да? По-моему, должны пойти. А, это вот эти чуваки, это токсические. Которые бросаются ядом. Слушай, а яд-то довольно быстро, смотри, как влияет на моих этих великанов. Они даже одного сейчас, по-моему, уничтожат, если честно. Ага, явился Кайрайдер. Но мы тогда с ним очень быстро разобрались, с этим Кайрайдером. Я думаю, сейчас он тоже здесь не особо будет выпендриваться. Так, по-моему, у меня великана, ребята, уничтожили. Почему мы с этим-то никак не могу понять, не разберемся-то? Вот. Мы до них не достаем, по ходу дела, друзья. Вот, только сейчас достали. Так, кейридер готов. Картридер. А вот и великаны, ребят, пошли. Ну? Ну, здесь мы их расписали. Вот этот последний. Точнее, предпоследний. Последний пойдет, это здоровый, ребят. Ой-ой-ой, что-то я думал, что этот последний, а он там у них еще армия, оказывается. Почему мои лучники не стреляют, я не пойму. Что-то ходят там, ходят, они не стреляют вообще. По одной и две стрелы выпускает. Он тут такой, армия такая, стреляет всего лишь два. Так, ну что, минус один? Минус один, ребят. А вот и главный Буффет, финальный босс. Буффет его звать. Ты смотри, что вытворяет. Ребята, он и здесь, блин, не кислый. Отойдите, мы не попадаем. Офигенно. Смотри, что вытворяет. Смотри, что вытворяет ущербный этот. Ага, мои великаны пришли. Его даже на этом уровне сложности, ты посмотри, как долго бомбить надо. Стоит с авоськой внизу. Прикинь, он даже и здесь разбомбашил их. Один копейщик он там стоит, который этот. Отойдите, отойдите, отойдите от него. Потому что если он ударит ногой, топнет разок, блин. Есть. Ну, ребята, уж извините, я не знаю, я пытался как мог.
Это сложный уровень. А на невозможном его действительно не пройти, по-моему. Мне так кажется. Ну что, дадут нам? Кстати, мы с тобой же накопили, по-моему, на сундук, верно? Я ведь не ошибаюсь. Давай-ка мы откроем его. Коллекция. Так, открыть сундук. Что из него нам выпадет? Опа-на! Друзья мои, это кто такой? Это добытчик, что ли? Или что это такое? Но нам дали оболочку, да, я так понимаю? На добытчика. Костяная. Нет? А, ну, подожди. Нет. А что это тогда такое было? А, ребятушки. Жнец получил новый костюм. Он был вот в этом, в диком. А теперь стал вот этот. Вот так, в таком костюме. Все, я понял. Я теперь понял. Ну, нормально. Так, ну что, ребят. Еще две миссии нам нужно пройти, получается. 401. Невозможный пока. Так, 15 уровней. 15 очков нам дают для улучшения. Мало. Честно признаюсь, мало. Это вот только вот улучшить так и немножечко копейщика. И получается, что все. Ой, я нафига... Не надо, не надо. Фига тут надавали мне этих. Я понял, в чем прикол. Это опять битва за... на сражение... битва за золото. Ну и где? Бежит. О, ну у них уже, ребята, копи... Блин, сейчас золото отнесут, и у них будет армия, блин. Давай вот так вот сделаем. Что-то мы как-то долго, мы даже долго с этими, с его работягами справляемся, ребят. Блин, еще один копейщик бежит. Давай я тоже капитона возьму к себе. Ну тут опять, ребята, несправедливость идет. И у него, да, уже лучники. Ну, понятно, короче. Ты посмотри. Офигеть. Да что вы там, я не могу понять. Вы бомбанули, неужели? А где мои лучники? Делаем, вон только один вышел. Давай, лучники, в спину этим гаденышам.
Нет, вот ему надо именно этого раба обмануть. Там стоит щегол, дерется, блин. Так. Ну мы-то, ребята, им не дадим здесь спуску. Это золото будет полностью нашим. Так, а если, например... Блин, ну нам, наверное, надо будет великана сюда еще брать. Или не надо? Черт, не добили этого паршивца. Все равно будет наше здесь все. У нас добытчиков, ну, добытчиков хватает вроде бы. Готов. Так. Их еще меньше стало. Нет, там два последних этих раба несчастных бегает. Так и подошли, сразу отбежали. Так, ну что у нас там для армии? Давай мага возьмем тогда еще. Я не позволю вам, олухи. Зря мечтаете золотишко тут покопать. Золото будет все мое. Даже не мечтайте о нем. Забудьте его, как будто его здесь нету. Да, мы с тобой... А так только туда и обратно, да? Такс. Что, будем бомбить тогда, наверное, или как? Не, наверное, рановато, ребята. Еще пока рановато. Чуть-чуть. Мы добьем хотя бы полностью с тобой фулл армию. Тогда можно будет... Сейчас еще, мне кажется, рановато. А, один лучник да выежился. Ну, догоняй этого. Ну. Хлыща этого не догнали. Все, ребята, фулл армия. Великан называется, великан вышел. Я сказал, не получишь ты золото. Я тебе не дам вообще даже вскопнуть здесь. А мы теперь же ходим медленно. Вот так вот. Ну что же, а теперь идем бомбить. Великан сам на себя здесь не похож. Он на великан даже не похож, ребят. Сейчас выползет подкрепление. А вон оно уже, ребята, вышло. Офигеть, лучники просто не могут убить всех крестьян здесь, этих рудокопов. С кем ты там дерешься, я не могу никак понять. Бейте статую тогда, уничтожайте ее. Ну, еще немножко. Есть. Все, друзья мои. Разобрали мы их. К ядрени фени. Звезды наполучали, а? Так, и остается у нас один уровень. Еще один уровень, соответственно,
Сложность максимальную. Так, 20 очков дают нам. 20 очков. Прокачиваем с тобой мечника. Я, наверное, все-таки, ребята, вложусь в капитона. И один в лучника. Вот так вот, посмотрим. Уничтожить статую врага. Раз, два. Так, нам дают... Угу. Против травников, да? Травянистые жидкари будут здесь на нас выделываться. Травянистые жидкари. Ну ладно, посмотрим, кто кого. Пока три у них, да? И у нас три. Интересно посмотреть будет, конечно, что у нас из этого получится. Я думаю, что, наверное, еще не помешало бы взять пару лучников. А давай проверим. На понт их возьмем. Побегут они или будут сбегать? Слушай, как хорошо мы их рубим. Эти сразу же, оп, по сматочкам. Понятное дело. А я их буду здесь встречать, друзья мои. Так, еще выбежали, да? Опа-на, а это кто, ребята? Тут еще и маг появился у них. Ну вот это уже плохо. Буду заколебывать его. Один упал. Ну, не знаю даже. Маг это, конечно, бесевая фигня, друзья, если честно. Отступаем. Слушай, ну разбирается здесь довольно быстро у него все. Единственное, что он заколебает меня вот этой вот фигней своей. Двадцать четыре из 50 маловато как-то. У него эти успевают все-таки, да, дойти? Гад, а? Ну где его там? По-моему, мои лучники так далеко, ребят, не стреляют, мне кажется. Я просто думаю, есть ли смысл великана вызвать? Ну, уже поздняк, ребят, я уже купил его. Сейчас пойдем тогда. Даже не думай, еще раз говорю. Ну, по крайней мере, у него здесь лучников нету. Ну, вот этот маг, конечно, мне не нравится. Маг этот здоровый, он будет бомбить. Ну что? Идти нам в атаку или не идти? Я имею в виду уже в последний бой. Пускай там вызывается подкрепление. Вон они эти вышли все.
Вот об этом маге, ребята, я говорил. Он там не один. Что? Что? Ты прикинь? Ну вот и все, вот и песенка наша спета, ребят. Три вшивых мага, это было его все подкрепление. Мне это бесполезно. Просто всех моих наказал. Да. Нафига вот такое делать, вот когда невозможно, ребята, пройти, а? Ведь они же специально понимают, что я против магов здесь ничего сделать не смогу. У него офигенно прокачанные маги, ребят. Если я с армией, с его, с армией вот этих вот приспешников, которых вызывает маг, даже не мог справиться. Не мог, не то, что даже мы не могли справиться, не могли справиться. И даже эти. Скажи, я скажу. Мечники. Просто один мечник, один приспешник, он просто убивал его. Ну о чем тут можно тогда вообще говорить? А, ребят? Конечно, ни о чем. Конечно, ни о чем. Ладно. Не, ну может быть, конечно, нет, да там не спеши, не спеши. Все равно запинали бы, ребят. Просто запинали бы. У него слишком большая атака. Лучники стоят издалека. Они стреляли бы, они бы уничтожали приспешников. А они друг за другом бегут. Без перерыва причем. Пойду пока наказывать их. Потихонечку. Чтобы они тут особо сильно себя не чувствовали. Оп, сразу же в кусты. Сразу же в кусты. Так, ну здесь я прокачал лучников уже по полной программе, поэтому... Поэтому делаем с тобой фуловую армию, да, вместе с лучниками, и уже после этого начинаем их тут разрубать всех. Угу. Атака. Я еще двух добытчиков, ребят, закажу, чтобы мы быстрее деньги добывали. А тут что-то вообще как-то не алло. Вон у них маг этот стоит. Паршивый. Сразу убегает, как помойный трус. Увидит меня и сразу шкерится, блин. Шкерун несчастный. Нормально, ребят? По спине-то моему сейчас нормально, этому магу. Звезда 0. Ты видел, сколько у него там хп оставалось? Так что лучники здесь нужны. Извините меня, но лучники здесь нужны. И здесь, наверное, их нужно много. Прям в пяточку ему дали. Так бежит весь. Покоцанный. Тут гады, а? Дальнобойные гаденыши.
так сейчас и будет вот это вот. Тут тени толкаем. Мы туда, а не сюда. Мы туда, а не сюда. И что вот против магов тут предпринять? Били. Три мага там, блин. Я еще, наверное, одного великана, ребят, сейчас сделаю. Два великана. Да лучники, видишь, три лучника. Они просто, ребята, разбирают великанов как нифиг нафиг. А уже мечников-то и подавно. Да, они даже... Офигеть, у него стрелки. Сейчас просто посмотрим, блядь, что получится у нас. Ну, магов-то вы бомбите, блин, ну. Не, ну здесь победа явно за нами. Тут уже, вон, даже видно. Здесь они обделались. А там, да, там они нам, конечно, прописали здорово зизюлей. Ну что, 4 миссии пройдены. Как ни крути. Все, ребята, великолепно. А мы будем на сегодня закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.